Анонсированная несколько часов назад Fallout 76, вероятно, не то, чего ожидали поклонники одиночных RPG про постапокалипсис. Согласно утечкам, это крупнобюджетный тематический аналог игр вроде Rust и Dice. Журналистка Таку Джейсон. Шрайер решил поделиться известными ему подробностями. Fallout 76 – это экспериментальный продукт по известной вселенной, который изначально создавался как многопользовательский компонент для Fallout 4, однако со временем перерос в нечто большее. Как и в предыдущих играх Bethesda Game Studios, в необычном спин-оффе будет самостоятельная сюжетная линия и целый набор необязательных активностей, в том числе проработанные дополнительные задания. При этом игровой процесс значительно изменился. Даже по сравнению с геймплеем предыдущей части франшизы, несмотря на присутствие того же строительства, источники журналиста утверждают, что в проекте нашлось место и другим механикам для выживания в пустоши, а также многопользовательскому компоненту, о котором пока известно немного. Из названия проекта следует, что ключевым местом действия станет убежище 76. На это же намекает и комбинезон в дебютном трейлере. Но об этом и многом другом можно подробнее узнать из нашей предыдущей заметки о Fallout 76. Дебютный трейлер Fallout 76.